Ну, это вот горное озеро, которое перекрыто за счет дамбы, за счет большой плотины. В хате чуть-чуть на высоте находится. Очень красивое, приятное место. Но и в то же время, конечно же, тут полно туристов, отдыхающих. Вот справа виден каякинг-центр. Ну, вот такое вот место. Ну вот, друзья, на самой вершине парка в Хатте. Обзор города Хатта. Итак, мы прибыли в Хатта Heritage Village. Пойдем посмотрим, что здесь такого интересного есть. Это Вали Бедрум. Так вот, здесь спали. Какой замечательный сундучок, да? Просто прелесть. Так, а это типа ванна, туалет. Скорее ванна. Да. Тоже сундук. Темновато тут, но ничего, можно посмотреть. А вот это похоже на кухню. Всякая посуда, утварь. Так, ну это похоже уже на чайную, на салон, на залу, да? Ну вот такие вот дома. Так, ну это уже похоже на правду, вот на самом деле в Хатте Heritage Village прям есть ощущение, что это вот действительно бывшая деревня, которую так восстановили немного, но очень похоже на правду. Поднимаемся на форт. Так, ну что ж, друзья, я сегодня неплохо погулял, обошел практически весь город, так через центр. И вот добрался до Хатта Heritage Village, до форта, на вершину тоже поднялся. Такое приятное, интересное место, повествующее о традиционной жизни местного арабского населения, ну, в незапамятные времена. Вот, так что вот такая вот красота. Сейчас я вам покажу, что открывается с форта. Вот сам, собственно, укрепление. Ну и сейчас поднимемся туда повыше. Да? Ну, вот такой вот вид с высоты. Ну, очень похоже на то, что было в парке городском. Да? Что-то в этом роде похоже. Ну, а отсюда, кстати говоря, открывается вид, собственно, на эту деревню традиционную, которую мы сейчас были внизу. Вот так у нас сверху выглядит.